Я Марк Руффало. Я играю Доминика Бёрдси. Я Марк Руффало. Я играю Томаса Бёрдси. Для роли Доминика я сбросил 9 килограммов, а потом набрал целых 18 для роли Томаса. В самом начале мы идентичные близнецы, но жизнь идет, и между нами образуется огромная пропасть. Именно это мне, как режиссеру, интереснее всего — рассказывать истории о семье, об отношениях в семье, отношениях между людьми, которые часто друг друга не выбирали, об ответственности, которая на нас ложится, и, конечно, о боли и радости. Я понимал, как сложно будет играть близнецов, тем более, что один из них психически болен. Я знал, что будет нелегко. Доминик! Нет! Но эта история меня глубоко тронула. Мне нужно, чтобы ты заступился за меня. Что ты наделал? У Доминика тоже серьезные проблемы. Он отталкивает всех близких. На нем как будто броня. Он сражается со всем миром. И вот-вот взорвется. А Том ни с кем не борется. Он сдался. И мы сразу знали, что главной в истории будет линия Тома. Спасибо. Ты очень хороший брат. Меня всегда интересовали близнецы и их взаимоотношения. И работать с Марком, который сначала играл Доминика, а несколько недель спустя Томаса, было потрясающе. Я правда чувствовал, что это два совершенно разных человека, но при этом в чем-то похожих, как и положено близнецам. Мы не старались все просчитать и отдались процессу. А в конечном итоге мы получили гораздо больше, чем надеялись.